Привет всем! Продолжаем играть в Факторио. В прошлый раз мы поставили вот такую вот непонятную схему по постройке умных манипуляторов. Давайте мы это все дело запитаем. Пусть будет электричество здесь. Кроме умных манипуляторов, нам нужно еще очень многое. Кстати, схем построить. Значит, я как-то не пожмотился. Так, давайте сюда поставим манипуляторы. Так, сюда. Так, ага. А вот, кстати, и косячок я нашел. Слишком близко стоят эти. Нужно убирать. Эй, куда ты? Прося. Да, вот надо, конечно, сразу ставить манипуляторы, а не как я потом. То начинаются косяки. Так, где у нас красненькие? Бляха-муха. Я думаю, нормально будет. Так, теперь ты. Том? Том. Стоят они вроде как вдаль, поэтому я думаю, нормально будет. Хотя давайте, чтобы не... Нормально все. Вот так поставим. Так. Теперь, по-моему, должно быть ок. Все. Сюда подключаем. Сюда. И сюда. Здесь у нас тоже... У нас здесь производятся железные пластины. Специально для них копка руды. Значит, так. 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 Вот так вот. Здесь у нас все есть. Здесь все, так сказать, подключено. Теперь давайте здесь подключим. Вот так вот. Так, где тут? Ходи-ка. Так, есть, да? Ух, ёксель-максель. Так, далее. Сюда мы ее ставим. Чутка не дотянулась. Тыкс. 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 И вот так. Вроде как... Все.
все. Так. Ну, давайте так поставим. Так. Так. Сюда, сюда, сюда. Сюда. Сюда и сюда. Так, давайте еще фонарики. Чтобы было светло. Так. О, господи. О, господи. Так. Хоть у нас фонарики немного потребляют, но не будем их прям уж ими все затыкивать. Так, ну, предположим, умные фиговины мы начали строить. Теперь нам нужны стальные балки. Окей, сейчас попробуем что-нибудь сделать. Ну, для стальных балок, я думаю, нам хватит два бура. Вот мы их сейчас так вот два поставим. Пусть они себя так вот работают. Давайте, знаете, три поставим. Вот так вот. Вот так вот. Пусть будет. Подключим их вот так вот к электричеству. Где тут у нас длинный? Как это прекрасно. Эх. Давайте сюда так длинненький поставим. И вот теперь можно будет так поставить пока. Да? Лампочку. Так, значит, для балок железных нам нужны печки. То бишь, мы вот так это все дело продляем. Ой, не так. Ставим раз, два, три. Сюда мы скидываем то, что у нас получилось. И ставим раз, два, три. И сюда у нас будут выходить железные балки. Но мне кажется, так должно быть. Так. Ага. С железными балками разобрались. Это было очень сложно. Так. Есть. Железные балки построили. Теперь нам нужны улучшенные электросхемы. Для улучшенных электросхем нам нужны базовые электросхемы и медный кабель, а также пластик. Давайте пойдем возьмем пластик. Точнее, начнем производить пластик. Так, качалка у нас тут время от времени подрабатывает, это хорошо. Кстати, давайте посмотрим, что у нас электричество, может быть, нам уже пора. Да, видите, нам вот эти фиговины вырабатывают всего лишь 400, ну, пусть 20 будет киловатт. Так, а с производством у нас печалька.
Значит, нам надо сначала бы улучшить, так сказать, показатели производства, чтобы работало все быстрее. Ну, давайте попробуем. Здесь у нас от души все производится. О, красные уже встали. Их и так просто опы уй. Последнее слово это жуй, если что. Так, а почему производство такое низкое? Температура маленькая. Здесь понятно, а тут что так плохо-то? Тут 100. А, может быть, кстати, знаете что? Давайте вот что проверим. Он выдает 510 киловатт максимум. У нас их... Где у нас тут столбик? 510, у меня их 20. То есть это... Сейчас, извините, я с математикой плохо. 5 на 20 это у нас 100, да? То есть, по идее, у меня 10 мегаватт должно быть. Ну, вроде как. А выдает он 3,2. Значит, мне больше и не надо. Окей, это очень хорошо. Угля у нас тут вполне хватает. Так что я думаю, проживем. Давайте посмотрим, что у нас с зелеными пробирками, сколько их. Ох, красных-то сколько, ё-моё. Ребята, я могу красные пробирки продавать. Так, здесь все зеленые встали, это очень хорошо. Вот она, то, что я когда-то делал себе 1000, вот она. Все остальное забивается. Ну, это прекрасно, ребята. А, давайте тогда что-то изучать новое. Так, что нам предлагается? Турили нафиг, ворота пока не очень нужны. Двигатели. Окей, предположим. Железная дорога, это классно. Так, эффективность лаборатории. Черт с ними. Вот это бы нам, конечно. Ну ладно, это потом. Тут почему-то все делается из газа, из нефти практически ничего не делается. Только огнемет, наверное. Так, мины, хрен с ними. Это. Урон от дроби. Ченнель. Ага. Урон боевых дронов. Угу. Ладно, давайте по порядку пойдем, пока тут нет ничего особо нужного для меня. Вот они тут понеслись. Так, значит, нам нужны... О, кстати, вот здесь можно попробовать производить. Хотя, зачем у нас там все уже налажено? Так, качалочки наши стоят. Так, вот она у нас. Вот нефть вся забилась. Вся. Это, наверное, хорошо. У нас есть, есть. Давайте поставим еще. Потихоньку забивается. Как видите, здесь газа много. Вот на тяжелой нефти остановилась, она больше не набирается. Легкая нефть тоже не набирается, потому что газ полностью заполнился. Если мы сделаем
Вот так вот. Опять начало работать. Это дело. Окей. Так, что-то у нас там произвелось с вами. Стало еще больше всякой хрени. Давайте ворота изучим. Нам, правда, я не представляю, сколько придется строить из камня стены, чтобы свою базу закрыть. Так, что нам нужно? Нам нужен пластик. Пластик, вот он. Пластик делается из нефтяного газа и угля. Вот. Так, уголь. Уголь, вот он, рядом, конечно, относительно. Где-нибудь он еще есть? На карте уже ничего не видно. Вот это красное, то, что нам показывается, это у нас уровень загрязнения. Если бы у нас эти монстры, нападение их было бы включено от них, то они бы нападали бы именно в те места, где краснее всего. Вот. Ну, так как у нас все с этим пока в порядке, давайте уголька. Угля нам много не надо, я думаю, нам четырех этих хватит. Так, 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 так. Так, нам нужен уголь и сжиженный газ, да, вот этот. Для всего этого нам нужен этот химзавод, по-моему, да? Да, вот он. Так, ну давайте где-нибудь здесь посерединке поставим. Может, трех хватит, не знаю. Так, изучил, да, молодец. Ну, давайте новые электродвигатели. Так, нам нужен пластик. Еще нам вот это потребуется, хрень. Поэтому. Так, ага. Ну, я правильно сделал. Так, где у нас трубы? Тум. Так, так. Ага. Так, теперь мы это делаем. Так. Что-то я тут все настраиваю, но пока не очень все понятно. Эти из них. Так. Это я делаю для того, чтобы было видно, что тут течет. Чтобы как потом проблем не было при сносе, переносе. Так, ну давайте железку. Так. Газ растет, да. Это тоже растет. И это растет. А потом, когда мы научимся этот перерабатывать, тоже здесь построим побольше резервуара и пусть себе добывает, качает. Так, продолжаем. Где мои эти подземные трубы? Значит, тум, тум. Я все продолжаю технику непонятно чего. Так. Так. Ага. Сюда. Так вот по кругу. Так, это, в общем-то, делается. А, наверное, можно было бы сделать. Так вот, да.
Трубы закончились. Вот так вот, я думаю, будет нормально. Этот пусть идет в никуда. Просто очень красиво получилось. Я думаю, так будет красиво. Просто. Вот. Вот так вот у нас трубы проложены. Ой, это можно вот так вот убрать. Это вот так вот. Вот. Это у нас мы так подвели. Газик. Так, трубы можно пока поубирать. Это тоже можно убрать. Это тоже можно убрать. И вот это можно убрать. Теперь нам нужно подвести сюда уголь. Уголь, вот он. Чуть-чуть ниже возьмем. Так, этот, этот и этот. Возможно, сюда потребуется поставить красные манипуляторы, потому что они, по-моему, выхватывают оттуда. Давайте попробуем. Так вот, да. Вот мы пластик-то и сделали. Это у нас для улучшенных микросхем, для этих. Для которых, соответственно, нужны зеленые микросхемы еще. Ох, господи. Просто зеленые микросхемы. А, еще и медный кабель. Ок. Так, ты у нас тут что-то произвел. А, вот, давайте дронов начнем уже изучать. Так. Пластик научились. Карта у нас как таковая бесконечная, поэтому она будет очень и очень долго еще у нас открываться. Возможно, когда электричество будет просто мама не горю, я прям сделаю такую базу радаров, пусть себе открывает. Может, что интересное. Так, что еще у нас? Ух, вот это будет трешняк полный. Благо, нам они не потребуются для производства пробирок, то есть уже когда потребуется какая-то технология, именно технологию построить. Так, это у нас лазерная турель, понятно. Так, что мы делаем там? Мы делаем... Ай, где тут? Где тут? Улучшенная микросхема. Я вот думаю, вести ли нам все это дело туда или здесь собрать, собирать эти микросхемы и туда их перебрасывать. Я думаю, так и сделаем. Потому что я чувствую, будет печалька разводить там. А может и не печалька. Мы тут близко. Относительно. Так. Вот они у нас, получается, зеленые микросхемы. Надо, конечно, узнать, насколько их много выходит. Так, ок. Это что такое? А. Ну, какой-то ветряк, думаю. Вот это было классно. Возможно, стоит увеличить количество этих фиговин здесь. Ну ладно, мы вот с этим посмотрим. Нужно, не нужно. Тут у нас это выходит. Можем вот так вот поставить пока. Использовать не будем. Ну, чё? Камень. Гадский камень. Так вот. Так. Ну тогда я не знаю, есть ли смысл вести туда зеленые эти фиговины, если можно их попробовать здесь делать. Нам нужны, соответственно,
Зеленый есть, медные кабели заберем. Ну и пластик. То есть, ну вот, например, здесь. Так вот делаем фиговину. То она у нас будет производить вот это. Для этого нам нужен так вот манипулятор, который будет забирать частично сюда. Эть. Так, я думал, что кончится. Так. Забрали. Еще остается зеленая хрень и пластик. Зеленую хрень мы вот так вот берем. Забираем. Есть. Я даже думаю, знаете, вот так сделаем. Ок. Есть. Теперь остался пластик. Пластик это, конечно, да. Возможно, мы его, кстати, вот так проведем, да? Так вот будет лучше. Ох, ёксель-моксель. Чё, изучилось опять что-то, да? Ну, аэронавтику. Так, это у нас эти. Эти. Так, конечно, бы я бы побыстрее побегал, но пока у нас нет быстрого костюма. Будем бегать так. Так. Пойдем по этим, наверное. По электрическим сетям. Как он далеко бросает. Подальше ставим. Подземный. Пошли вниз. Эй! Ты чё кончился-то? Ой, тихо. Это можно снести. Это вам не электровышка. Что у нас там? О, идем. Идем, ползем. Так, это мы, если что, перенесем сюда, сюда. Сюда. Ага, вот мы и пришли. Трэш согласен. Это трэш. Так, давайте чуточку, может, пониже. Нет, наверное, все-таки с этой стороны запустим. Не будем уж совсем глумиться над самими собой, потому что это уже будет перебор. Так. Так, красные есть. С красными разобрались. Давайте так поставим. И те фигурины. Так, и те. Тихо.
Ну, в общем, вот так вот. Вот так мы сделали для получения красных плиток. Электросхем. Так, давайте. Вот они, наши боты. Давайте изучайтесь. Правда, мы их все равно построить не сможем. Все хуже и хуже становится у нас здесь по организации. Но, к сожалению, ничего по-другому я сделать не могу. Что у нас со временем, я бы спросил. 6:40. Отлично. Так, давайте чуть тут подрасчистим. Тут что-то какая-то грязненько. А у нас еще и потрошки заканчиваются. Отлично. Значит, из трех компонентов мы сделали, точнее, из четырех компонентов мы сделали три компонента. В следующий раз мы с вами будем делать батарейки. Батарейки намного легче делаются, вы можете посмотреть. Просто сплавить пластины и серную кислоту. Серная кислота у нас делается. О, нет, это я перестарался. Сера и вода нужна, ну и железная пластина. А сера сама делается из воды и нефтяного газа. То есть мы, в общем-то, будем заниматься, в принципе, тем же, чем и сегодня. Создавали много-много конвейеров для того, чтобы наконец-то запустить производство. Так. Сюда мы так вот поставим. Ну, давай. Так. Вот. Вот такая у нас получилась дребедей. Ну вот у нас они пытаются, как это, мы скоро будем учить вот эту вот фигню строить. Каркас дрона, для которого нужен электродвигатель, которому нужно еще много чего. Но построив это и научившись их клонировать, а я их научусь клонировать, естественно, мы уже наконец-то сможем автоматизировать свою систему и работать как часы. Все, ребята, давайте до скорых встреч. Покеда.